стекло. 5000 лет назад, когда человек впервые сумел изготовить его, он, конечно, и понятия не имел о таких его полезных свойствах, как неокисляемость, прочность, жаростойкость, неэлектропроводность. Ему важно было лишь одно свойство стекла – красота. И в наши дни, когда стекло научились использовать для строительства и даже для изготовления тканей, есть люди, продолжающие искать и создавать с его помощью все то же – красоту. Как, например, стеклодувы и художники стекольного завода в городе Большая Вишера Новгородской области. Изделия этого завода экспонировались на международных и всесоюзных выставках.